Сегодня попался в поле вот такой дождевичок большой. Один чуть поменьше. Сейчас будем их чистить и жарить. Грибы почистили. Обязательно надо снять кожицу. Сейчас обжарим лук на топленом маслице. Пока лук обжаривается, грибочки подготовим, подрежем. Вот такими кубиками режем. Лук пока обжаривается. Лук я люблю, поэтому ложим побольше. Вот такая прелесть получилась. Сейчас жуем. Будет обжариваться, перемешаем. Гриб вроде большой, но жаривается и все, полезло на одну сковородочку. Сейчас жарим, парим. Грибочки потихоньку доходят, обжариваются. Посолили, поперчили. Ну, еще 5 минут и будет уже готово. Карен из Харькова, конечно, бы сказал, надо это все на мангале, но пускай попробует сам. Не на сковородке. Все, грибочки наши, дождевики готовы. Всем приятного аппетита. Запах обалдеть.